пиздец, я реально, я чуть не умер, блядь. Я чуть не умер, нахуй. Это три ебаных часа и ссаных 10 минут я ехал эти ебучие 20 километров. Я просто рот ебал всего этого города. Покупаю вертолет. Ты уже накопил? Хотя, что за вопрос? Вот, Toyota Alico. Во, нормально, смотри, я снова запустил, погнали. Готыч, спасибо большое, брат. Так, ну что, тогда карты, блядь, закрывать придется? Я уже, блядь, нацелился на картишки. Нет, ты можешь сыграть каточку, а я могу рассказать тебе одну из охуительных историй. Ну давай. Как-то раз. А ты закрыл уже? Я уже не открываю назад. Пока не откроешь, я тебе ничего не расскажу. Все, я жду, я жду. Ой, блядь. Нахуй в Москве жить, если 3 часа надо куда-то ехать? Это ужас. Я до Краснодара за 3 часа, по-моему, буду ехать. Блять, Алика, нахуй вообще жить, если куда-то надо ехать? Тем более с утра, блять. У меня теперь не открывается Хирдстон. Это знак, по-моему, свыше. Пойдем в доту. Пойдем. Так, где этот? Как тут? Дота. Сколько у тебя ММР в пати? Стример, расскажи ему, что все покатит. Ты серьезно, Гранд Дастин? Ты, блять, шута? Ну да. Голос. У меня пати. Можно я тебе в ЛС напишу, пожалуйста? Обязательно говорить это вслух? Да говори, тут можно. Тут все свои. Серьезно? Тут ребята не флеймят. А. Я просто играю как варенка ебаная, поэтому они меня все равно таким даже любят. Ага, ну тогда... Ну, психологический или реальный? Ну, реально надо, реально. Блять. Сколько? 1000 есть? Хорош, ты чё, блядь? 1000 есть уже, смотри, пошли дальше. 2 есть? Это важно уже? Ну да, есть, да. Ну вот, уже хорошо. Дальше можно не говорить. Стой, подожди, я хотел повыебываться со своим ММРом, а ты говоришь дальше не... Хорошо, ладно. Так, кто там у нас, кто там? Хорошо. А брат Соло? Бля. Брат Соло. Я бы знал брата Соло. Я сводный. У меня же папа моряк, блядь. Спасибо большое, брат Соло, за поддержку. Спасибо, братиш. Так, кидай мне потец. Давай, кинул тебе потец. Я пущу поиски. Хорошо, пущу. Ну что, Саша, рассказывай, какой у тебя день прошел. Заебись. Я узнал, что, короче, я с нашими КСерами лечу в США 11 декабря. Это Team Spirit, да? Да. Чтобы люди понимали. Да им похуй, в принципе. Не-не-не-не-не. Сейчас интересно. Просто в чате будете пать, что ли? Да, с Team Spirit'ами мы летим на закрытые оффлайн-квалификации на какую-то из E-лиг. Я не помню точно какую. С 11 по 18. Хороший турнир, я просто в КС не особо шарю. Что-то там прайс-пул самого мажора лям долларов, по-моему. Основного. Это квалификации, ну, типа, они оплачивают просто дорогу кейсерам, игрокам и менеджеру. И... Они проживают, играют, пытаются выбить себе слот. И это все оплачивается. Это все оплачивается. Но это да. Хотя бы не мегафон. Нихуя себе, блядь. Там за свои надо было ехать и еще, типа. Ну, жить надо было. Ну, не жить. В принципе, ты сутки был на турнире и все, поэтому мы не участвовали. Подожди, мне кажется, МТС бы покормили бы еще где-нибудь столовые. Мегафон шло, блядь. Yes. Яички бы сварили на всех. Блядь, 2. Мне кажется, им они бы даже позволяли бы выбрать смятку или вкрутую. Нет, они бы сварили, они бы просто готовые уже были, и ты такой, типа, ну... Ты приходишь и говорит, извини, у нас было всего 2 яйца, и их больше нету. Все, как бы яйца кончились. Директору надо тоже что-то есть. Все на турик ушло. Как еще день прошел? Ну, никак. Вот в пробках постоял в одну сторону, блядь, 2 часа, в другую сторону 3 часа. Вот и поработал. А сколько работал там на месте? Походу, работал меньше, чем ехал, блядь. Нахуй работать, если слишком долго ездить надо. Правильно. Так, Саша, у тебя есть предпочтения по ролям какие-нибудь? На данную катку. Мне похуй, именно. На чем играть. Под предпочтения по ролям я бы хотел сверху. Блять. Сейчас, подожди, у меня... Во, я в компендиум себе купил. Как рукой сняло? Вылечить себя и союзным героем 4, 5, 500, 7 тысяч единиц здоровья. Я, короче, он не найт.
Так, подберите или поместите бутыль. А, рунки собирать. Бля, можешь на мид пойти? Давай. У нас челик занял мид. Бля, я топ ММР. 3967 аверага. Я когда-то бустил в этих битах. Дай мид! Дай мид. Я так писал раньше. Брат, я выебу. Всех. Он меня не хочет слушать. Пойдем в харду, похуй, ебать будем. Пойдем, а чё берем? Я санкинга, ты омника? Ну давай я омника возьму. Давай, ты омника, я санкинга беру. Ну тут просто высокий рейтинг, я не знаю, тут я, наверное, слишком много на кнопки, блядь. Алик, блядь. Ай, блядь. Кимендрей, здорово. Кимендрей. Привет, блядь, здорово. Это как грек какой-то, Кимендрей. Кимендрей 14. Ты у нас получается Алик. Слушай, родится сын, назови его Аликом. Зачем? Алик второй. Не надо. У меня же Альберт. У меня Альберт полное имя, не надо Алик. Извините, пожалуйста, король Альберт. Алибард. Алибард. Лябедрон. Бля, у меня потеря кадров, меня кто-то досит. Что за сука? Выходи! Так, Хусик, бля, подожди, я передумал санкинга пикать. Почему? Хусик плох. Ты что, не сможешь? Да не, больно будет. Надо, что бьет рукой. Или физикой. Что может быть, Аксевич? Рукой? Не, ну 2 милика это плохо тоже. Блять, как это выключить теперь? Я не знаю прям, что брать. VK есть говно. Клинкс такое. Подожди, а если Undying взять? О, бич. Это фаворит турнира стримеров. Поехали. У тебя это? Психологическая травма теперь, все? Да, я, блядь, я теперь нормально все прошу. Ааа, Вайпер! Ебаните мне семеро в жопу, он... это же Альберт, здравствуй, братик. Мамба, здорово. Вот, а можно начало сообщения, вот ебаните меня серого, семеро в жопу. А это... ебите меня семеро. А-а-а. Тут поярче все. Так, что там? Какое у моего ребенка отчество будет? Ну, Альбертович, как я полагаю. Альбертович. Как ты относишься к имени Ибрагим? Ибрагим? Опасно. Да. Мне кажется, Ибрагим должен, блядь, с наклеенной бородой сразу рождаться, с такой жесткой, густой. А я считаю, что если родители называют сына Ибрагимом, они ему автоматом ломают жизнь. Он просто, блядь, таксист сразу, всё, клеймо, таксист. Зелимхан. Зелимхан? Я не могу над этим именем шутить, потому что сейчас, возможно, один из наших модераторов смотрит стрим, и его зовут Зеля, короче, ну, сокращенно. Ну, ты понял. Ну, да. Просто вот Ибрагим и Зелимхан, это, блядь, как-то опасно звучит. Мне кажется, если Зелимхан звонит в кафе и говорит, я приду, мне кажется, в кафе больше никто не идет. Там просто Зелимхан придет, он заказал пирожное, поэтому... В это время Ибрагим говорит, я сейчас, блядь, пойду танцпол взорву, да? Мы сегодня закрываемся, Зелимхан сегодня кушает. У меня дядя Ибрагим, ой. Это, видимо, птичья. Я, это, кажется, на этом все. Не, опасные имена, я не говорю, что они плохие, опасные. Именно опасно звучит. Чингиз? Ну тут, блядь, тут хуй знает. Чингиз это как писей по воде, я не знаю, поводить. Чингиз, блядь. Блядь, зрители, если есть Чингиз, то я прошу прощения, парень. Спрашивают, где Алик? Альберт курит. Там же пик не закончился еще, правильно? А-а-а! У тебя опять стул зарабатывает больше, чем ты. Хорошо, тустро, Шингиз. Это Стас. Стас работает тоже. Стас. Его зовут Стас? Так, звуки покупки, походу пик закончился, я иду. Так, Хусик, блять, а Хусик, походу, в хардец, да, у них побежит? Слава богу, не на изи, потому что он нам тут. А кто у них на Атракса? Я не знаю, такое, что брать. У них противное все такое, но ну хуй знает. А нахуя он вообще взял Магнуса, я тоже не понимаю, под кого? Так, может, рецепт на Вразибант сразу взять? Вот так. Вразибант. Вразибант. Поехали. А я знаю, что забыл купить. У тебя Вижона, да, нету? Ну похуй. Да. Похуй, мы сильно. Я буду стоять сам, как бревно. Я пока скиллы не буду брать никакие. Придет Хусик, я, бля, первый возьму, сразу заплеем его. Не, чувак, если тебя зовут Юлий, то Юлий это хорошее имя. Ну, Цезарь, блядь, Рим. Авы, Юлий. Все в порядке. Тинки-винки. Подгонишь там гус один. Ты у меня мид забрал, я тебе нихуя не дам. И он тебе тоже не даст. Не давай ему дангус.
как тебе имя Камшот? В смысле, Олег, я не могу, я Камшот — это глагол, это не имя. Не, это имя. Для тебя плохие новости. Это имя? Камшот, ну да. Ты же электронку парил? Нет. Уже нет. По месяцу. Мы не идем, да? Не-не-не, там опасно. Просто плохо кормят в этой столовой, блядь. Так у них ТА получается... Подожди. Хусик с тапками. Что происходит? Сумбур какой-то в пике у них. У Хусика нет ебальника уже чуть-чуть. Но он мягкий вначале. Да он, в принципе... Камшот, камшот. На протяжении всей игры мягкий. Так. Выбегай вперед чуть-чуть, будем ловить. Вот, да, лови. Дедушки! Дедушки! Тихо! А! Я же говорил, что у меня, да, 3500 ММР? Ты сказал это? Даже у этого крипа, блядь, больше ММР, чем у меня. Камшот въебалов? О, трек 70, два сути. Дай плюнуть. Форшмачок, на щеку. Ляп. Да это был камшот только что. Бля, они в два рейнджа работают, посмотри. Давай без хуйни, Валера. Траксе, плиз. Блять, он же сейчас будет с меня ману выжигать. Зачем так сложно? Так подожди, нет, он может быть по-другому будет качаться. Нет, он будет. Не навешивай ярлыки на котла. Я почти заработал на тапочек зеленые. Не динай? Хорошо. Тебе от этого легче стало, что ли? Ну, мы задинайли рейнджевичка, это много значит. Ясно, блять. Все, я. Блять, ну зачем? Старайся просто сзади стоять, чтобы лишний дэймидж не получал, потому что мы тут просядем сильно по хп вдвоем туда, если коцаны будем. Сейчас левел наберем и намного сильнее будем. Посажу дерево и съем его. Петуш, иди нахуй отсюда! Иди. Так, ну если мы их перединаем, сейчас второго рейнджевичка. Внимательно. Сука. Ага. Ну как бы смысл, ты добился того, чего хотел, в принципе, его больше нет. Бля, они в два этих... Вдвоем делают этот. Че, мне взять, не репел взять или ауру? Ну, на втором? Лучше репельчик, ну, да. Тогда. Репельчик. Че-то как-то мы, по-моему, это. Надо фазули просто здесь брать на этой линии, все нормально будет. Одну курицу. Латинское имя анус. Ну, блять, это плохо, по-моему. Вполне нормально. Евкакий, Евклид. Евклид норм. Такое. Евклид норм. Почему норм? Ну не знаю, Евкаки это Эвик. Чё, блять? Эфистафи есть. Эфик. Эфик? С такими же жидкими усами, блядь. Бля, ты пока был в пробке, мне челик донатил. А у нас, слушай, тут такие дела, что у нас СС оказывается. Да, я поморгал на котла, кстати, который бежал на меня. Так, иди-ка, подруга, ты на базу, вон туда, я тебе говорю, иди, ты со мной не будешь драться. Блять, он не шутит, я пошел. Хильнешь меня? Да, хильну. Ясно, блять. Он серьезно подрался со мной? Хилимся. Так вот, был донатик, выходит парень, короче, с метро. В этот, как раз слово, блять. Я забыл это слово. Только питерцы его говорят. Поребрик. Вестибюль. А. Ясно, блядь. Вестибюль выходит, а там бомжиха на шпагате сидит и сыт. Нахуй. Сударыня, ёбаный рот. Я что там голос, я не помню там продолжение, он что-то говорил или нет, но, блядь, это было жёстко. Сударыня, вы не соизволите, блядь. Блядь, как можно шать на шпагате? Она умеет. Стоит, кстати, задуматься об этом. Так, котел. А чего добился ты, Альберт? Блять. Явно не таких успехов. Ты можешь встать на шпагате? Пойду в вард. Да я на шпагат в принципе не сяду, у меня ляжки не позволяют. Я прям вот так въебу. О, ебать. Ты воюешь? Нахуй. Нет. Он меня боится. На тапки собирай тоже. Можно будет орбу вином взять. Я катапульту въебал только что, кстати. Хорош. Бывает. Я, короче, прям через нейротоксин хуярю, что прям очень больно было. Дед, ты, по-моему, заблуждаешься. И ты заблуждаешься, подруга. Чуть-чуть. Хорошо. Малафи немножко на хребет. Хорошо. У меня фазули есть, кстати. Манориген, правда, плохой будет. У меня нет. Короче, бери тапки и на все варканы едь прям. Будет мана, мы будем их трахать здесь.
я купил тапки. У меня есть замедление и... Вон, Котл ошибается сейчас, по-моему. Да не пугай его, не пугай его, пусть поближе подходит. Стоять, блядь! Бля, я еду, нихуя да себе! Иди, блядь! Я сейчас, сука, нахуй! Сука, блядь, молотком! Уёбок, блядь! 3К ММР! Бля, а чё, дайвить будем, может быть? Или ты убегаешь? У меня маны нету. Ну, плохо, я сам пошёл. Я всё сделал. Я сделал просто всё, что мог. А ты все по разу взял? А, ты уже четвертый, нихуя неплохо. А, блядь, прошаренный вообще. О, Троксевич, здравствуйте. О, дратуйте, блядь! У меня есть репел. Пока не надо. Стоять, Вася! Да я тебе... Так, сейчас этот есть, этот наш. Следующий. Тихо. От Тавара. А! Опа, плювер, плювер. Перегнул, перегнул, хорошо! Тихо. Похилился. Давай, блядь, Альберт! Тихо, оп. Эч, эч! А, шутай, да, блядь! Я не добил его, блядь! Я замахнулся и отменил тычку, блядь! Ёбаный рот. Что за гандон, блядь? Возьму стики, блядь. Короче, Аквила есть. Я беру еще беру тунгусы, короче, и... Бля, ебать, мои деда, конечно, пощадили. Нихуя, что там за зажимы у нас на топе идут? Ну, обжимают. Там даблкил, я пошел. Ну, смы, ну... Ты получай экспавнич, это спейс. А, да, пойду. Спейс для тебя. Дузель. Дузель, плюшку. Плюшку, дузель. Ой, ебать, он его катает, хорошо. Братик, ты же умираешь. Хорошо, там хуси где-то. Он сейчас, походу, на базу побежит. Либо его будет сейвить своего друга. Так. Калидуем, калидуем. Там не пушится линия. Бля, я в охуевшую полетел прям. Давай. Где здесь? Вон он. Ошибка. Нихуя ты, блядь. Ошибка. Чё, ты промахнулся маленько. Блядь, у него есть ТП, да? У него нет ТП. Курица. Въебать курицу. Не надо ебать курицу, подал. Нет, гусей тоже не надо. Где ты? Курица раз. Хусик два. Ебать больно. Ай! Танго! Пока, Альберт! Щепетильно. Я не знаю, делать меку здесь или ну его нахуй. Или драгонлентик сразу. Сразу, наверное, в драгонлентик пойдем. Тебя не смущает, что твоего товарища ебут? Я сейчас приду. У нас там тинкеры еще ебут в миде немножко. Совсем. Там всех ебут. Мелочь. Так, Трокса шестой. Это хуёвая новость. У меня есть ультимейт. И ты еще, да, сейчас шестой как раз получишь с этого парика? Да. Ну да, я сейчас сделаю ТП. Кстати, можно я буду каждый раз говорить, когда бьют этим, блядь? Вот так вот, сейчас, подожди. Блядь, вот так вот. Ты, по-моему, блядь, погибнешь к концу карки. Пойдем со мной, пойдем. Там Трокса качается, короче, а я в смоке такой. Та-да-дай, щит! Давай! Ты че, блядь, нахуй! Пацан просто уехал в минус морали. Представляешь, у него еще и КДТП. На минуту. Смотри, 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 чумак, смотри, смотри. Оп. Ебать, у нас мана есть. Видишь, а ты говоришь, зачем я тебя оставил? Мы еще и тавр сейчас будем пушить. Я забываю делать. Так, нам надо Драгонлэнс ебануть здесь. Сейчас. Блять. Ну, ладно, если ты еще динайл это все или добивал. Ты у меня фермить, что ли, пытаешься брать? О! Ты все равно не забрал. Это там дует, там дует. Тихо, эч. Давай, го, аль! Не-не-не, не надо, не надо. Ультимейта нету сейчас еще. В смысле, тиммейта нет? Я тебе чем ультимейт, ульти. Ульти. Ульти есть. Нажать? Ультимейт, говорю, у меня нет ультимейта. А я думал, а, нажать, я понял. Да, у меня нету нажать. Вон там, смотри, поехали, давай, Вася, ну. Сейчас. Он же сейчас такой сладкий. Смотрите, смотри, сейчас внезапно будет, он охуеет. Смотри, он там дует, стоит, поехали, блядь. Ёбаный наркоман, стоять, блядь. Работает. У нас стиллер на тинкере. В принципе, не важно. Добьёшь, да, и пушим дальше. Он меня зато намазал, блядь. То, что я вкатал тавр. Нихуя, ты хилишь мобов? Ну да. По-моему, столько внимания никто не уделял еще в жизни, блядь. Чем они хуже, блядь? Ну, да, получше этого тинкера точно. Меня смущает этот молодой человек, если честно.
Который киллинг спри. Да потому что ты ушел, куда ты ушел? Ну я же говорю, под... Шо, блядь? Какой нежный голос этого молодого. Какой нежный голосок, блядь. Это баунти, блядь. Ты бы на зоне был самым лучшим, вообще, ей-богу, а. Так, слушай, а у них же кто-то еще есть, да? Так мы дальше качаем линию просто, и все. Я Драгонлэнсер уже практически имею. Ну ладно. Че бегать лишний раз, они сами придут. Хавкаешь, блядь. Пойдем на мид выйдем, вот так вот в охуевшую. Там, правда, ланая будет, и будет плохо, если она встанет в инвиз. У меня есть ульта. У меня нету... Стой, подожди, давай вот так вот сделаем, подождем. Я... Ой, режни, пожалуйста, курицу, чувак. Режни курицу, прости, пожалуйста, я грешен. Смотри, смотри, там какой котел стоит. И он к нам идет. Ебать, ошибка. Вася, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, ты потерял котла? Где он, где он, где он, где он? Пиздец. Дай мне репел, дай мне репел, дай мне репел. Я не могу! Килл что-нибудь! Блядь, пойдемте отсюда, пожалуйста, блядь! О! О! Хилочку, 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 хилочку! Я иду, у меня масса! Ты же мог хилнуться! Я мог вообще-то хэтч сделать, я стоял и смотрел, на как у меня стики набирают. О, там был. Бля, вот это походу в сосич. Потому что там Хускар себя неплохо чувствует. Тракса... Тракса, вот обоссана. Посмотри, кто где стоял, называется. Вот на Траксу посмотри, она простывшая, блядь. И снайпер у нас такой же, блядь. Так, ладно. Смотри, у нас, короче, есть... Собираю рейд 5 ППЛ на... Смотришь, как усика ебу? Давай, давай. Я иду к тебе, я иду к тебе, Альбер! Опа! Нет, я ему не ебу, у меня пассивки нет, он меня съел. Блядь, он слишком стронг. Просто в Солянова пошел, да, ты вообще, забыл меня. Блядь. Я же... Я, короче, чувствовал, что я сильнее, а оказалось, нет, у него армалет, доминатор, да, походу? Что-то слишком больно. Там дизоль? Ёбаный рот. Там дизоль у Ланая еще. Понятно. Хорошо, тинкер на миде стоял. Это ваши хайрейты, вот эти вот 3500, я уже не тяну как. Хайрейты. ПВП сервер, блядь. Бля, да, это сложная катка, я понял. Надо фермить. Думал, у меня оставалось 20 голды до Драгонлэнс, а теперь 400 не хватает. Снайпер я как знаю, бы в кустах кач. Работать. Это охотник потомственный, блядь. Почему? Ну он в кустах качается. В лесу. Так, я, короче, сосист. Как дела, Альберт? Нормально? Мы заглатываем. Все в порядке. Слушай, смотри, бля. У них же супер секретная комба. Дашь мне репельчик? И пойдем нагнем их нахуй. Сзади. Второй репел пошел, поехали. Бля, только ну... здесь дузель. Дузель! Иди сюда, Скотт. Скотт. Скотт Вилкинс. Пойдем, ладно, отсюда. Я фармить буду. А то попахивает это. Ебаловым каким-то. Ебать. Ооо! Кто это? Вася, беги! А пойдет она на палас на эту? На ковер. На ковер. Так, а тут Tower Denial. У меня есть ультимативная. Можно поговорить с этим. Бля, у нас даже надежд, понимаешь, нету. У нас Магнус прохладный, снайпер вообще пиздец. Ну, чё, поговорим? Репельчик будет, репельчик? Да пошёл ты нахуй, Вася, блядь! Да ну нахуй! Да ну нахуй! А ты умрешь, блядь, сегодня, а нет? Ты что сделал, блядь? Мама! Не бей меня, блядь! Что-то как-то вот ваши 15 вайпер, он... Ну, блядь, мы свою линию нормально отстояли, остальные нафедили. Вот мы пришли к этому Хускару, а он одеты. Так не играется в эту игру. Бля, там даже Тракса уже богатая становится, у него Драгонлэнс есть. Богатая? Да. Ну, довольно много у нее уже Драгонлэнс, это неплохо. Короче, у меня есть тактика. Даже у меня, бля, Драгонлэнса нету, хотя мы ее ебли на линии. Короче, ладно, давай всю Сириус Людоту ебало включаем, хотя очень тяжело будет выиграть. Сейчас я водички только попью. И куда мы идем? Ты на мидл, да? Да тут похуй, мне уже итимов надо 50, наверное, фармить. Стараться не драться, хотя вайпер в лейте такое себе.
прям прохладно. Норм замахив. Ну, блядь, молот тяжелый, пиздец. Там у Сускара, кстати, Shadow Blade. Что? Сускара Shadow Blade. Seriously? А у Сускара, у врага Сускара есть Shadow Blade. У нас огромные проблемы. Сука! Я понял тебя, блядь. Я тоже Shadow Blade тогда буду делать. У нас такая что, стрижка. Поможет, думаешь, блядь? Ну, что делать? Котел Варт нам, да, здесь поставил? Ебать, там еще и Аганим у молодого человека практически. Надо отгонять. Магнус! Магнус, go RP, go RP! Дуд, он бот, плиз. Дуде, дуде, дуде! Дуде щит, камон! Камон! Я просто, я же в США, блядь, еду. Я же должен, блядь. Ебать он ему! Дай плюшку! Опа! Там ТП. Давай, Вася, за тебя! Иди сюда. Это музыка! Ебать! Там Дазл сейчас выглянет, выглянет чуть-чуть. Не выглядывает, не выглядывает. Никуда не выглянет. Дузель. Еще плюшку, мать. Хорошо. Хорошо. Все, все, это изи дота, блядь. Изи дота. Я стрик собрал, хорошо. Сюда иди, блядь. Так, еще и мана есть. Ну я на амулет насобирал за этот файт прям сразу. Спортсмен. Спортсмен. Я хочу, чтобы ты ломал. Так, блядь. ТП есть, хорошо. Ну ладно, го попушим. Бля, ну у меня ловная ваншотнет вместе с Хускаром минут через 5-10, наверное. Ну у тебя еще есть время. Да, пока что есть. Есть время раскачать пассивку. Я на мид пошел фермить. Он не костит под мать. Куда ты пошел? Пизда сидит. Так, Магнус. Пройдите отсюда. Хуя, пожалуйста. Ну, блядь, моргай на него, Сань. Выключай его, блядь. Все в порядке. Да что за хуйня? Дайте фармить, команда. О, ебто, а там ошибка, там ошибка. Ёбнешься. Идем, идем, идем. Идем, 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 идем. Опа, сэ. Подойди ближе, подойди ближе, блядь. Хиляй, хиляй, хиляй. Бутербродом его, блядь, иксик нахуй! Нахуй! А репел, репел! Я просто ТП сбивать не хотел, ты же понимаешь? Посмотри на моё ебало сейчас на стриме, если стрим открыть мой, посмотри. Как у молодой лошадки, ёпт. Вот, Алик, тебе станет легче, возможно. Понимаешь, я просто так волнуюсь, меня очень давно не смотрел. И куда он съебался, блядь? Короче, репел спасает от Русика. Я знаю, что он спасает. На будущее, если что. Твой стул сидит, блядь, ты же... Я перекуриваю, когда меня убивают. Во, активизировался. Причем на стриме у тебя все еще стул. Ну да. Ебаная магия. Дилей. Долго ли учиться играть в картишки? Да не очень, гайс, на самом деле. Да не, вообще, берешь такой, опа, научился. И манки дал, чтобы не голодный был. У меня лотара так не будет, я пошел кусты качать. Кусты качать. Ой, ебать. Бля, хусика, у меня хусик есть в одинокую на топе. Блядь, но у него лотар, мы его не возьмем. У меня, в смысле, не возьмем? У тебя есть досты? Ну, а че-то уже нету, блядь. А тебя помогите! Бля, я ползу, Сань. Будет разворот, полицейский? Да я уже. Дузеля, дузеля, же ебсти надо, блядь. Ну и чё ты никуда? Ой-ой-ой-ой, ханна! Магнус, Магнус! Ебать! Ебать! Я ещё Дазла взял. Подхватил, подхватил его, подхватил. Давай, держи, держи его, Вася, держи его. Держи его, хорошо, держи его до конца, блядь! Блядь, ты умрёшь на фонтане, пудель, блядь! Ой-ой-ой, Семён Семёныч, блядь, не надо! Бля, Тинкер меня кинул! У тебя есть... Алюмет. Я на Магнуса его привел. Бля, это полицейский арест, по-моему, ёб твою мать. Смотри, наебалово 2000. Блять, они потеряли таргет. Тихо! Достала писечка.
тихо, тихонько. Пизда тебя. Опа. А где он? А где он? А где он? Не просто так, блядь, я насобирал. Поехали отсюда. Ты меня ждешь, что ли, блядь? Нет. Господи! Ой, пока. Господь Иисусе! Пожалуйста, мама, фейзы, фейзы. Развернись, сейчас готовься на развороте, давай. Нет, 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 он не пошел дальше. Я пошел, у меня лотар будет, я пойду дома спокойно посижу. Ох, блядь. Надо смочить горло срочно. А чем смачиваешь, прости? Ботл. Ботл? Да. Кока-колой, чем я еще могу смачивать? Не пачкал, ребята. Алюмет. Я вот так, я а смотрю, теперь... ребята быстро подхватывают, да, всякую хуйню? Да. Типа алюмет. Алик, нажми алюмет. Пойдем. Так, я сейчас Silver Age, в принципе, делаю, мы выключаем Хускару пассивку, и это хорошо. Да иди нахуй, блядь! Беги, беги, спасайся, спасайся. Бегу, help him, help him! Бегу, бегу! Мамочка моя, блядь! Ну не надо, ну там близко же осталось! Так а он ошибается, пиздец. Да я все, я умер, нахуй. А ну-ка, стоямба, нахуй! Шаман ебаный! Опа! А руки поднимались, блядь. Ну уставший, уставший, да, зло видно. Тяжело уже посохом махать. Так что, ты будешь играть в CS? Да, будем, будем. Попозже только, гайз. Надо шуриком поводить шершавым немного по паблику. Бля, снайпер, как мне тебя жаль, конечно. Хотя у тебя тоже лотар есть, и не так плохо. Мы возвращаем игру пока что немножко. А я слышал, на этом рейтинге умеет покупать досты, варты и кема, да? Да. Правда? Ну, сам если покупаешь, тогда умеет. Нам вообще вижон надо, если мы видим перемещение их, то все гуд. Потому что Дазл вместе с Ускаром типа вдвоем часто бегают. А мы их наказывать можем за эту дерзость. Я, короче, тогда куплю вот так. Ну, давай, потыкай мне, пожалуйста. Странная просьба. В смысле, нет, не в этом, ну фуаль! Твой тиммейт стримит? Должен стримить, Сань, стримишь? Ебать, как ёбаный в рот, как он терпит. Куда мне варты поставить? Ты стримишь или нет, спрашивают? Можно привет маме передать? А, блять, Магнус, ты разговариваешь? Можно передавать, конечно. Мамочка, привет! Мамочка, привет тебе. Господи Иисусе. Это неправильно прозвучало сейчас, блять. Альберт, куда мне варды поставить? Скажи, пожалуйста. Так, подожди, меня ебут. Одну секунду. Блять, у них вижен есть, да? Откуда? Возвращаясь к нашим баранам. Там даст куда варды поставить? Короче, один на Рошана вот сюда вот. Потому что а Хускар другой? Скоро пойдет за ним. А другой пока при сейве. Мы свои кусты видим, нормально. Папа, жи. Да, вот сюда один. И все. Так что, Саша, ты стримишь, спрашивают люди? Я вообще, да. А но, сейчас нет. Видите, сегодня... Нет, сейчас, в данный момент, я просто даже бы не успел ничего сделать. У меня вообще... У меня часто бывает задержка. Вообще, да, он собирается стримить. И, как я уже объяснял ранее, не преследует... Ты чё, мразь, блядь? Ну как... Меркантильные цели, точно. Его не интересует. Как же это хуёво? Как же это хуёво? Да, у меня ТП КД будет. Какой же я хуёвый, Господь Иисусе, Матерь Божья, Дева Мария, блять, а? Какое РПФ шикарное, только он один. Да, братан, ну ты один, конечно, немножко. Да он же с этим. Подождал бы меня чуть-чуть. Снайпер бегает, блять. Так, а мы лотар такой нажимаем. Смотри, и тут покоцанные есть. Так, да? Не будет центриков? Не будет центриков здесь? Альберт, Альберт. Чик, чик. Одного отстрелили, нахуй. И ТП вот сюда вот. Так, тут кто-то бегал, да? Ага, да, я понял, хорошо. Сейчас лотар откатывается, и мы такие на развороте туда. Блять, там ривер, ёб твою мать, мама. И опа, лотар, пошел огурчик в инвизе. Да? Так, смотрим, смотрим. Дузель. Да вот же. Дузель. Иди сюда, валет! Алик. Ебало жаба гадюку на лугу. Почти.
плюнуть еще раз. Панч, он никуда не улетел. Альберт! Дай ему лазер! Лазер дай! Пожалуйста! Еще подцепил, еще подцепил. Еще плюшку. Давай. Еще плюшку. Еще плюшку. Еще плюшку. Ёб твою мать, что творит этот огурец? Спасибо. Трипл килл. Ты спас мою очковину, шевелящуюся волнышками. Приятно, приятно слышать, конечно. Я вспомнил, что у меня... Ну, снайпер, ну не трожьте катапульту, дай нафармить на Silver Age. Самый бесполезный итим, который ты сейчас мека, по-моему, уже, блядь, 25. Да, но 25 плохо. Хотя, если апаешь Silver, то неплохо. Ой, не в Silver этот, как это хуйта называют. В эту хуйню, а если апаешь? В Грейвсы, но а что тут снимать? Монолик только если. Монолик кислого от Дазла. Два скилла только такое. У меня просто есть мек для статы, для статы. Так, ну Silver Age у нас есть. Теперь мантастую, считай, делаем. И что происходит дальше? Я всего лишь 1800 хп. Да, я знаю, я слаб. 900, считай, когда он в тебя прыгает. Все. Бобровый мех. За них чей. Trouble. Ой, господи, Иисус. Ты самый лучший стример и милашка. Покажи сердечко ПЛЗ и передай привет Ладушичу, ты уснувший под газонокосилкой, а вообще попробуй, короче, волосы натянуть на все лицо, и ты будешь похож на Киви, будешь смотреть или участвовать в турнире от игромании. Что, достыли сентри лучше? Давай сентри возьмем. Да, лучше этот. О, господи, меня спалили. Попробуй мех, спасибо большое, но я не пьяный сейчас, чтобы сердечки показывать. Обычно такое происходит, когда я пьяный. Покажи треугольничек. А чё ты за мной бежишь, я не понял, Дазл, ты, блядь, на этот? Ты не думаешь, что как бы здесь, что? Да? Опа! Вася, а Даста-то нету больше, блядь. И такой Альберт, опа, опа. Ёбаный... Так, Алик. Сейчас я ему еще плюну, еще две, и он умирает. Смотри, опа, нет, почти. Да. Так, замедлить подругу, замедлить. А куда ж ты её отвёз? Есть ультимейт у тебя? Нету. Хиляй себя хиляй. Ой, а ты меня не это, да? Я тебя нет. Ты репел на себя повесил, бля. Было я жестко. Да иди ты нахуй, господи, что я тебе сделал, блядь. У меня бейбэк есть. Спасибо, бобровый мех, за поддержку, конечно. Нет, я не буду принимать участие на Игромире, никаком там турнирах на этих. А зря, Алик. Ну, меня не звали. Что я туда приду? Будет как-то странно, если я приду. Я говорю, я участвую, но мы тебя не звали. Но мне похуй, я сяду играть буду. Да, Монолик снимается. Сайленс, кстати, да, сниматься должен еще от Грейвсов. Да, Грейвсы не так плохо. Плюс там КД поменьше, на хиле, на мане. У нас проблемы все. Небольшие совсем. Ну так... Бля, если они купят гем, будет плачевно. Давай мы купим его быстрее. Елит не так работает. Фиган, он... Бля, у них там тоже лотаров много, я смотрю. Ёб твою мать. В смысле, у Хускара есть рецепт на сатаник и сатаник? Чё, блять? Ну, он два, походу, купил. Ошибся немножко. Чередовать будет? Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Так, нас тут могут раздеть немножко. Ой, чувствую, как у меня, блядь, ебало трескает, цо. Так, God's Face, ресап в 2 месяца, спасибо большое, братиш, добро пожаловать на канал, я рад, что ты с нами. Спасибо. Потом манту сделаешь. Собери Блейдмейл. Не-не-не-не-не, Блейдмейл не поможет против сатаника. Насах там ебут здесь. Насах? Насах. Насик. Все в порядке, насах ебут. Соу сипелявых! Давай, блядь. Блядь, Инкер ворует лазером крипа последнего, братан. Ты, блядь, голодаешь, что ли, блядь? Все так плохо. Ой, там колдуют. Ладно, похуй, поймаем эту черемшу всю. А куда это Дазл бежит, я не понял. Здравствуйте. Ну, он сразу прям эту хуйню делает на себя. Уехал, нет? Уедет. Давай, заедет. Еще и, блядь, котел уедет. Иди сюда, шлюший сын. Ой-ой-ой-ой-ой! Там сзади, да? Твою мать, блядь! О-о-о-о. Не вылази нахуй вообще! Я улетел, короче, я понял, чем это пахнет. Ты улетаешь? Найс.
Да. Какой найс. Так, у меня ветка тут тайминговая лежала. Меняем ветку на Яшу. И Хусик что? Правильно, Хусик в соло на миде ебет снайпера. Так и нужно было. Ну, снайпера тут грех было не ебать. Кстати, я сейчас к нему в инвизе подхожу, короче, впритык прям. И ты меня хилишь. Готов? Я не готов, ни в коем случае. Готов. Не готов. Вот лучше вот этого хилить. Хиля Динкера. Найс. А мы его ебем. Он без ультимейта. Он без ультимейта и не покоцанный. Еби его! А есть даст. Есть. Не даст, есть такая штука, вот есть. Что-нибудь! Тихо! А похилит! Почему ты ушел? Я его раскайтил, ты видишь, он как ошибся? Он создание нажал, убегай! Алик! Пожалуйста, плюшка попасть! Какая плюшка, блядь? А я не нажал? Попадал два раза! Почему он такой живучий, блядь? Я не попал два раза, потому что котла мясы ебаные. Сколько у тебя игр сыграно, Dota 2, посмотри в профиле, близ. Меня? В смысле, там же в Reborn не пишется только. Забей, у меня мало. Не, у меня спрашивают. Да у тебя тоже. Нихуя. Ну и плюс там паблики. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты опять в соло, ты опять в соло это делаешь. Почему ты делаешь, блядь? А лазерок там-то от Аганима работает массово, так это хорошо. Ага. Ой-ой-ой, безмолвие. Просто щекочет Роксу, просто щекочет. Она его ебала еще бьет им стоит. Бля, наш охотник не выигрывает катку, по-моему. Как так можно плохо на снайпере играть? Он же казнит вообще хорошо. Ослепление бабули тоже снимает грифсами. Сань, короче, мы сильно зависим от твоих тапок очень. Мы зависим. В смысле? То есть ты еще не сдался? Я нет. Ты че, лол? Мы еще воюем. Сейчас триканы че они позакидывают, все хорошо будет. Нас Тинкер может камбэкнуть. Посмотри, он догончик сейчас приобрел. Без догона был плохо. Без догона можно поправиться. Так, ну мы должны ебать дазла. Ну гоу. Стоять, блять, подожди. Молодой, стой. Стой! Я помогу тебе! Стой! Ха-ха-ха! Хорошая ТП, блядь! На последние секунды, но это артстайл, я не знаю. Сори, конечно. Да ну! Да хватит это делать! А что мне еще делать? Не ходи за мной! Никто же не видит моего важного ебала! А чего умирают крипы сейчас, блядь, я двух проебал. А чего умирают крипы? От того, что... Ой, да смотри, какой настоящий! Ну это же настоящий, ну смотри, ну шо ты? Не нахуя не настоящий. Это иллюзия, ты ему что-то слишком сильно въебал. Так не должно быть, он с Аганимом. Я просто очень охуительный. Ой, Альберт! Что там? Альберт, там в инвиз хускаруш. Да? Тогда готовься улетать. Смотри, вот он. Я его задоджу сейчас. Ну давай, ну зачем? Так, а куда ты уходи? Ульту ТП. Нет ТП у меня. Бля, Магнус, вези их ко мне, братан. Ко мне их вези сюда, чуть-чуть. Все, ебать. Так, этот есть. Следующего. Там ебать, дагер, я да? Чувствую, как у меня просто яйца тяжелее. Она не знает, что я на нее иду. Поехали ебать ее. Ну давай тычечку-то разу. Тычечку, пожалуйста, сейчас будет. Сейчас. Сними с меня миссы, дай мне репел. Соси мой хуй! Казнь, блядь! Алина, блядь, ай, боя! Ебать! Меня сдуло лошадями, блядь. Табор цыганский забрал меня, блядь. Снайпер, ТП делай, тебе нечем сбить. Сделай ТП. Пизда тебе, лотар. Лошади! Тебя продуло. Бля, там Хугрикан Пайк. Да, это бомжатская тракса оделась. Мы не можем в одного кора выиграть, походу. Снайпер слишком не одет. Не буду говорить, что он плох, но он не одет. Две 100 хп у этой подруги. У кого? Траксы? Угу. Да, мне нажимал поставить, по-моему. Trouble. Ты не забыл, что ты гусь, а? Я никогда об этом не забывал. Леонид, спасибо за поддержку. Блять, котел еще хилит, днем не вариант. Я делаю ТП, надо нападать на них. Давайте нападать. Ух, ебать, там дазлу больно. О, мама.
О, это чудо! Та-ра-та-та-та! Стоять! Стоять нахуй! Ебать он носится-то, посмотри! Казни его, братик! А, хорошо! Подскользнулся. Гололед, вся хуйня. Зима. Зима близко. Сорян, у меня... Зачем Сенджу 3 Титана в Сли? Что это такое вообще? В Сли это... Это слай. Брюс Ли? Ну, типа, много, да, это много видеокарт. Зачем тебе так много в Сли? Недавно смотрел твои алкостримы, просто обсекал себе коленки со смеху. Блять, на шпагате хоть или не? Вестибюле. Не, вообще бомбочка. В вестибюле или на шпагате? Ага, ясненько. Я он гогочит. Короче, я предлагаю такой, знаешь, термин, как этот, как синдром Алика. Блять, ну это как-то плохо звучит, давай другой. Не, в смысле? Давай синдрома Белардо тогда, чтобы завуалированно получилось. Синдром Альберто, может быть. Не надо, тоже обидно. Хорошо. У меня есть Монтастайл. Только нас это нихуя не радует, по-моему. Я не знаю, что купить еще здесь. У меня есть может, грибцы, бабулес? Только они не могут там не доехать. Бабулес, может быть. Да, бабулес, определенно бабулес, потому что там три физика. Горошана ковырять, гайс. А ты думаешь, он треснулся? Прошайчик. Его нету. Его нету. Смотри. Огурчик заходит. Оп. Хуёво. Можешь плюнуть в чьи-то стики. Ты видел там чьи-то стики? Все плохо. Я иду. Кто это? Кто это мне пишет? Я иду. Ты кто? Это Андрюха, что ли? Ти кто? Лол, это Андрюха. Что-то пишет. Там пишет, возьми трубку от этого. Мы пати ебашим. Он стримит, что ли? Ой, звонит? Нет, он мне не звонит. Пойдем. Так, тут Ланая. Ланаю ебем? Есть досты? Вижу, есть. Какой-то. Пойдем попробуем, там даст есть. Гоу. Давай. Стоять! РП! Хорошо! Не. Такую штуковину. Там, правда, Хускарь балуется. Я помогу здесь. Бля, он топ, да? Нам ебет. И делаю ТП. Делаю. Я нужен здесь. А у меня... Бля, он хуй во гора армора там. Тихо. Ага. 31 армора, это же... Я, короче, не попадаю в него. Так, плюнуть. Вижен нужен. Нужен вижен. Увни. Блять! Кабарды расставлю, чтобы для галочки, чтоб было. Подвози молодого, хорошо, там сатаник, блядь. Хорошо. Это изяло. Я иду, ребят. В порядке. Я иду. Так, чик. На, доплёвывай, хуили. Это правильный ответ, да. Да, хороший ответ. Ты не плюйся, не плюйся, Динкер, нормально всё. Майло, блядь. Это немножко не то кино, но ладно. Так. Могу позволить себе. Вызвал он Бифидоту, не знаю, захочет, не захочет. Алекс, смотри, что нашел. О, смотри, что. Алекс, смотри, что нашел. Пойдем. Это хорошая новость. Только я без первого скилла, а то маны мало. Так я залью ману, лол. Так, плюй, регу заберешь. Как, это не его время? Меня ебут. Есть РП? Дазла сначала надо уебать, потому что плохо все будет. Найс! Да ну отвали от меня! Карай их, брат! Нечем хилить, нечем. Долетел, малафья. О, господи, Иисусе, кони! Кони, люди! Андрюха сначала в Life of Dead, ну, блин.
типа, я не так долго буду стримить. Не хочешь? У меня он даже не установлен. Что-то я напоминаю это же. Я запаниковал и поставил, два варда сентрика. О, смотри. Может, мы хотим его? Так, а Ега есть. Так, пойдемте по боту покачаем. Хотя, блядь, там Т1 до сих пор, надо пойти забэкдорить его. Угу. Смотри, кого нашел. Бля, ну мы его троем можем или нет? По-моему, тяжеловато не будет. Не знаю, там что-то, по-моему, это что, рейд-босс какой-то жесткий. Там сатаник, и будет плохо. Давай, ага. Своим ультом, кстати, мы можем. Не надо. Ковыряй его. Есть ульта? Кого ковырять? У тебя есть ульта или нет? Изявый! У меня даже маны. Ой, я, кажется, отъехал, ребят. Понимаете, что там байбека нет? Я понимаю, что у меня ни хп, ни желания жить нету больше. Так, надо выключить эту хуйту. Я домой с тревеловком прилечу. Стревелов. Нет, бэкдор, да я понимаю, гайс. Ну, бэкдор я называю, типа, то, что без крипов убивается, поэтому. Темплар Ассасин отключилась. Мы анманера или кто? Ну, мы не будем по-любому ждать. Тут победа легкая. Мы, в принципе, так и набивали ПТ в свое время. Качаю ЛД или бунт. Да не, конечно, я не хочу в эту шляпу играть свою. Я вообще в карты хотел поиграть, но... Вот, я сейчас скатаю, уйду к жене, а ты будешь карты играть. Тихо. А, хорошо. Ты еще и жив. Ты после этого, что ли, уходишь? Ну, я думаю, да. Бля, печаль. Печально, Саня, печаль. Блять, ну они будут сидеть теперь, я, короче, курить пошел опять. Давай, я тоже пойду попью себе налью. В пупок налей. Сможешь с пупка пить? И только если из твоего. Бля, ну тогда помыть его надо. Выковырять катушки, блять. Там отжимают что-то. Отжимают? Да, отжали. Блять, мне все равно регениться надо, я поехал на базу. У меня, кстати, тут лук есть уже. Это заявка на Waterfly. С баттерфляем, по-моему, они не попадают. По мне, я их ебу. И огурец возвращается в эту игру. Так, ладно, ну тогда тушим сигу, раз они отжимают. А реально огурец-то вернулся-то, а? Ну, почти. Сикарио. Там единственный хускар меня смущает, но мы за ультимейт за твоего должны ебать, и Магнус должен быть очень внимателен в этой игре. И все, тогда будет изи победа. Еще я не откажусь от Гаста, потому что и от Дастёв, наверное. Магнус, говоришь, внимательный должен быть, да? Uh-huh. Он чуть-чуть пизды не получил там. По-моему, у него иллюзия Дазла забрала, блядь, этот крипа большого. Это точно невнимательность. Так, ну тут до бабочки вообще нельзя закидывать. С бабочкой и с Аегисом есть шансы. Я буду прям тенчить. Гоно будет их ебать, гайс? Го. Или они обосрались? Пойдем на руну перехват. Наверху, мы на руне перехват делаем, полицейские. Вот они. Это что, это иллюзия? Это иллюзия. Да, да. Ебать, как я въё. Тогда я фермлю хорошо, у меня почти бабочка есть. Тинкера там все хорошо. Веселый фермер? Ну да, почти. Веселый молочник. Веселый молочник. О! О, люди. Люди, тихо. Нам курицу уебали, а как я бабочку курицы ничего ведь не было? А как я буду бабочку нести? Вот это меня смутило, конечно. Я поплыл. Вон Дазл. Пока Егис, надо что-то воевать. Вон с Дазлом иди повою для начала. Самоутвердись. Я еду за ним, еду. Давай. О, смотри, дед. Кого-то зовет дед. Слышишь? Алик. Дед кого-то ой, зовет? Там Хускар. Тихо. Хускар сзади, Алик. Смотри, Алик. Тихо. Мы их заманиваем на хайграунд. Ждем здесь. Я надеюсь, вижена нету, потому что мы въебемся тогда. Бля, кони! Тут такие новости. Я ультанул и все, я уехал под ультой. Я уехал, короче. Бля, вот это хуёво. С нами челики вот не играют. Очень больно. С нами не играют челики, что за хуйня? Так, тут надо что-то продавать. Что продать? Я не знаю, нельзя ничего продавать. Это все мне нужно. Аегис продай. Я продал бы. Ну, у нас снайпер в принципе не хочет воевать. Он просто 20 минут не фармил, а сейчас сорвался до фарма, и нахуй надо играть. Я буду лучше фармить.
Аккуратненький, Рос, не умри, только ты. Точно не хочешь? Да бля, не, Андрюх, я, наверное, не хочу в эту хуйню играть. Профессионал. Я не понимаю, как меня сбрили под ультой. Так. Там диффуз может быть? Я вот смотрю. Вроде ни у кого не вижу. Андрюха не доставает, почему я не хочу. Надо какие-нибудь партийные, что-то замутить, ал. Давай, давай, брат. Надо что-то новое. Чего еще не видел мир от наших глаз. Блять, глаз нахуй, а не глах. Сука, я не туда пишу уже. Надо воевать, нас там ебут. Нас очень сильно ебут, если кому-то интересно. Да уйди от меня, нет у меня вижена. Да, да, хуйкан пайк заюзай, братан. Ты меня сейчас с 5 тычек убьешь. Хуйкан пайк. О, здорово. Держи его, держи. Догнать. Он же умрет? Я думаю, что умрет. Не-не-не, по-моему, перехилил. Умрет. Не-не-нет. Ну, пожалуйста. Он бы уже умер. А так нет. Так, курьерчик будет... Го по виду улын, нахуй. Го. У них байбеков нету? Ну, РП байбеки есть. Байбек у меня есть, если что. Окей, у меня не будет, я конечно. Улын рискованно, мы еще можем долго дефиться, в принципе. Да такое. Ну, хуй знает. Там у них коров просто много. А ты где вообще, Алик? Сзади. А ты сзади? Вы сзади меня? Я просто лошадей ждал. Что-то преждевременное укрепление, ну как бы, когда сильно волнуешься. У меня вот собака срет сидит. На ноги. Малыш. А убери за собакой! Я просто ни хрена он навалил. Покушал, может, плотно? Я? Мне наверх очень трудно будет дать РП. Я не или собака. Твой, на собаку спихнул. Чё-то воняет. Не, жена, кажется, на что-то обиделась на меня. О, регенчик, смотри. Ну, можешь подобрать. Не, спасибо большое. Регенчик, а не то, что воняет. Чё-то как-то меня это не прельщает. Вот так лучше сделаю. Ну, сейчас можно, по-моему, поднимать, да? Ну, хуй знает. Давай ещё вот так сделаю. Блядь, надо то подпушивать. У нас бараков нету. Бля, или Дейдулус сделать. Дейдулус вообще норм, по-моему. Ну, малыш! Алик, они решили сами all-in делать, понял, да? Я сейчас прилечу. Сейчас мы им расскажем, зажили-были. У меня есть такая штуковина. А, они идут, Алик. Делаю, ТП делаю. Можешь летать, братан? Ага, хекс есть. Я уехал. Они она тоже. Уехала. Добрейший вечерочек. Алло? Ага. Дали мы им под хвост, да? Да, вообще жестко дали. Минус 5? И только я умер? Mm-hmm. Ебать, я пиздатый, а. И у меня 5 ассистов сейчас после драки просто. Я всех потрогал, блядь. Кувалдинью? Арен Кувалдинью. Так, а у меня МКБшка будет, ебать им больно будет. Я не знаю, МКБ делать или Дейдулс. Дейдулс вообще пиздец, какой бурс дэйвенджи даст. Что-то у меня, подожди, сейчас я... Сань, не вступи только. Ты меня звала, мам? Я говорю, не вступи только. Кого не уступить? Чё? А, не... блядь, сука, я думал, кого уступи. Чё тебе надо уступить, блядь, доебался? Понятно, реально.
Накинь что-нибудь, полотенце сверху. Да вот шапка рядом лежит, думаю, ёб нахуй. Терпи 20 секунд, они когда появятся, можно будет еще подраться. Ай, ебать, копать. Жестко. Так, я резнулся, дальше чё? 10 секунд терпи. Чё мне делать? К нам ползи потихоньку. Стою на базе. Так мы не бьём. Идёмте, давайте, подбайтите в миду. Я байчу максимально хорошо. Ну-ка, я смотрю, как ты байтишь. Там кони едут, ёб твою мать. Тегадык, тегадык, тегадык. Тихо. Ой, Альберт, меня ебут, меня ебут. А есть байбек, Альберт? Я жив ещё, куда ты меня хоронишь? В смысле, ну пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Одного откайтили, блядь. А второй? По-моему, он баремуха похавал. Я иду, ребят, я иду. Вы меня еще ждете? Пока сатаник не включил, ебать его, ебать его! Оу, ты где? Будет что-то помочь? Да. Я Тарксу ебу. Давай, давай, ебу Тарксу. Умри нахуй. Нельзя, вы? Там Хускар выкупился, правда. Подожди, ой-ой-ой, это плохо. Барак ебем, барак ебем. Ебем. Есть ульта, держимся вместе. Да все, он нам ничего не делает. Ебем его, ебем его. Кого ты ебешь? Сюртук ему одевай. Дазла, дазла. Да вернись ты, бля. Где эта сиповка, бля? Бля. Сюда иди нахуй. Кусь. Легчайшая. Идите сломайте. Ты чё, пёс? Сатаник. Блядь, меня оглушили, мама. Мисы, блядь! Давай, тинкерочек, давай, братик. Не, он не дойдёт. Лазера ему. Хорошо, там сугроб улетел, улетай лучше. Как он играет армлетом. У нас трон падает? Мама, нельзя закидывать. Оу? Да. Ебать, сейчас мы, блядь, проиграли бы выигранную игру, охуеть. Отделался от телепорта, блядь. Так, я понял. Рецепт взял, хорошо. Надо распушивать линии. Давай. Не так это делается. Не. Надо руками работать. А, руками? Руками героев. А, это когда ты раздвигаешь две и... А. Важно. Сопи, не бери в голову. Бери в рот. Так, мне надо еще 900 голды, я без байбека, это в принципе в один конец. Я могу тебе занять, Алик. Дайдусь. Блядь, надо. 2300 просто. Есть альфа-банк на этой карте, блядь? Неплохие условия есть в этом банке. Где-то вот здесь, по-моему, у них банкомат стоит, блядь. Смотри, там все без байбека. Сейчас возьму гем. Угомонитесь, курица, мне надо, чтобы она там постояла немного. Пусть таксист подождет. Тарарай, тай, тай. Так, фермим. Чё-то никого не видно, и меня это смущает. Горошана. Кому-то Аеге замутим, мне не нужен. Да оставь же мне фарм, снайпер, по-братски, братан, у меня есть почти доедалус. Что ты делаешь? Доедалус. Я почти доел уже доедалус. Оставься тирчика большого, братик. Чтоб тебя, блядь. Большой ящер. Хорошо. Забери обоих. Не надо, мне уже не... Блядь. О, господи Иисусе! Что происходит? Нет, тут она не уходит. Нихуя они зашли на нас. Помоги, пожалуйста, мне, по-братски. Я помогаю. Я понял. Гем лежит, гем. Возьми лежит. гем, братишка, гем! Где эта шкура ёбина ебаная? Тут где-то. Вот она. Блядь, нихуя вы хотели, боль. Девчонку, а? Я чуть не переехали, блядь. Мама меня фура задавила. Бля, ну они опять на тебя, короче, поменялись. Там есть диффузай, что я говорил, ну она и. Ты посмотри, у меня 32 ассиста, я так не играл еще со времен. Не ты знаю. Чувствуешь, да, этот пот?
Че? Чувствуешь этот пот? Я не чу... Я... Ну, у меня с это, да, стекает. Бля, там трон, пацаны уже ебут, а я пушу по тихой грусти. Так, тут бы еще загрузить на Hurricane Pike, где он вообще? Я думаю, что мы выиграли. Смотри, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. В иллюзию, бля. Да бейте трон уже! Секундочку, да зло. Приписюлить немножко. Тихо, ебет меня, подруга. Вася, почему ты трон не бьет? И этой написюлить еще. Вижен, иллюзии, вижен. Олег, братишка, давай трон поломаем. Давай, я ухожу. Или нет? Баттерфляй! Убери ее нахуй от меня! Ломай трон, еби трон. Лошадь, разворачивайся иду, в трон. Я иду, блядь. Все, хорошо. Просто пришел и победил, Алик. Ну я не знаю, ну как бы не доигрываешь, я считаю. Я помню, ты меня спрашивал, а ты что, еще веришь? Альбер. Я тебе рассказывал. Ты не доигрываешь, Альбер. 17-12-28, как бы. 8, где мой счет, блядь? 4-13-32, все в порядке. Да у тебя телефон какой-то, ёптвательный счет. Ну у меня это, я из деревни просто, у меня 4-13-32. Так что ты, Сашка, все или еще поедем? Ну давай еще разочек. Сколько у нас время? Время... 11. Ну давай еще разочек. Еще мне, правда, завтра в посольство ехать. Ну давай еще разочек, давай. Так, давай, бля, я не знаю, потом как карты ехать, если уже 12 будет почти. Бля, сомнительно. Ну да что такое, бля, что такое. Да очень плохо. Так, ну это перекур, ребят. Слушай, смотри, Альберт, может ты в карты пойдешь? Я пока в душек сгоняю. В смысле? Так ну, не делается. Если уже сменил дисциплину, нельзя возвращаться назад. Я хочу в душ. Потом складки помоешь, заебал. Я сегодня, бля, 5 часов в пробках стоял, чувак. Надо было с тазом ехать, я хуй знает. Вылез, блядь, с багажника таз, но забрал, блядь, в салон. Тазик. Достал мочалку с бардачка. Ну, пожалуйста. На светофоре стоял таз с грязной водой, слил, считай. С грязной, блядь. Пошел с умывателя, омывайки налил и мылиться хорошо, бля, и напился зато по дороге. Зато коврики помыл еще. Коврики, Альберт, нас 3100 человек смотрит. Ёбнусь. Это нормально вообще, нет? Это хорошо. Я вас приветствую, гайс. Альберт, у тебя мейн аккаунт это? Да, это щепетильный вопрос, ты прям по-больному. Как пить и по губам. Я не знаю, каково это, но... Но это мень, да. У меня воняет, я не могу, а жена заняла ванну. Сейчас, погоди, я сейчас вернусь. Бля, да убери эту хуйню уже. Я пытаюсь. Холодает в Новороссийске нынче, холодает. На балкон уже полностью не выходит Альберт, так только часть Альберта одна вылезает. Вот так вот делаешь и всегда заходишь назад. Прохладно. Надо фанового вообще какого-то героя сейчас взять тоже, поэкшониться последнюю катку в доте. На сегодня с дотой закончим. Бля, это весь стрим получается по доте прошел. Какая-то поплава, блядь. Без карт людей тоже нельзя оставлять. Мне кажется, хотя бы на полчасика надо будет зайти, пару катули ебануть. А то это грех. Грех без карт заканчивать стримец. Так, гайс, я вернулся к чату. Теперь я его вижу. Напишите ваше объективное мнение, как вам паренек. Хорош, не хорош. Ну, карты. Ну, тут либо полчасика карт, либо минус трэм тогда. Нихуёвый, заебись, 10 из 10. Нейсовый, топ, пиздатый паренек. Красавцы, гайс. Я думаю, ему будет приятно